Так, значит, я сейчас попрошу команды, чтобы у вас было видно, потому что вы уже сидите, сливаете, да? Встать вместе так вот, кружочек, да? То есть вашу команду вместе, вот так сказать, да? Вашу команду вместе, вашу и вашу, да? Потому что уже было видно. И вы, он остался всего двое. Я спрошу тогда, значит, просто сами себе выберите каждую команду. Одну близко, понятно, да? В одну команду свою быть не издать. Значит, что мы сейчас с вами делаем? Необходимо оборудовать места для проведения нашей деловой игры. Значит, соответственно, раз 8 человек, в основном, да, в команде, ну, 9. Значит, нам нужно вам поставить примерно 3 стола, да, и стулья. Но надо поставить так, смотрите, чтобы вы все друг друга видели. То есть, например, смотрите, а так, Мага, вот здесь поставить столы, да? Я не знаю. Вот так уголком, печали за ним, да? Другая команда вот здесь уголком, третья команда вот здесь, все же здесь, и две команды еще вот здесь, да, вот так, вот так, и вот так, понятно, да? То есть, чтобы вы друг другу лицо сидели. Раз, как и столы, и скучно. Тетрадки уже не понадобится, поэтому все берите с собой. Сейчас я на доске нарисую информацию, которая будет вам известна, да? Если эту информацию вы занесете в свои тетрадочки с помощью своих ручек. То есть та информация, которая вам необходима для проведения нашей головой игры. Так как у нас, видите, из-за того, что доску нельзя поставить так, чтобы сразу съемка на финал, чтобы можно демонстрировать, поэтому мы ее поставили в центре. Если сразу всем не будет видно, я информацию буду вам перевернуть, да? Сейчас достану. Итак, что у нас известно из условий задачи? Три блока информации. Первый блок равен 12 условных единиц. Второй блок 7 условных единиц. И третий блок равен x условных единиц. Записываем. Значит, здесь что это будет, да? 12 единиц и 2. Да, я прошу, значит, на время проведения игры телефоны все отключить, потому что они, во-первых, мешают другим и отвлекают вас, да? Значит, так, январь, февраль, естественно, это что пишу? Март и так далее. Вы поняли, почему 12, да? Я дальше не прописываю. Здесь понедельник, вторник, ну и так далее, тоже понятно, да? Здесь будут числа первое, второе, дальше я пишу, потому что, видите, это x, да? Это x. Сейчас я поверну, чтобы было видно. Первый блок 12 условных единиц, да? Выписываем январь, февраль, март и так далее, до декабря. Вот они будут 12, да? Второй блок 7 условных единиц. Недели, вторник, среда и так далее. Недели. Третий блок x, условно видите, пока что x, потому что мы еще не сказали, сколько чисел будет в игре. Первый, второй, но будут лучше числить, да? Все увидели, да? Написали. Числа тоже. Видите, да? Значит, первый блок 12 условных единиц. Записываем, да? Второй блок 7 условных единиц. Третий блок x условных единиц. Да? Хорошо. Так, все увидели, да? Теперь мы с вами определимся, сколько же у нас чисел будет в игре. Я еще ничего не сказал. Итак, у вас 6 команд. По 6 команд. Капитаны команд, по моему сигналу, подойдут к столу. Какому? Вот к тому столу, допустим, да? На нем будут радужные карточки. С одной стороны, эти карточки все одинаковые, желтого цвета будут. А с другой стороны, на карточках написана информация из одного из этих блоков, да? То есть на каких-то карточках написано
месяц забыл, на каких-то карточках дни недели, на каких-то карточках написано число. Что вам достанется, больше, меньше, так далее, одинаковое? Никто не знает, потому что карточки все будут перемешаны, но в любом случае каждая команда получит одинаковое количество карточек. Ну, давайте будем исходить из того, что каждая команда получит по 5 карточек всего, да? 5 карточек. Но перед тем, как эти карточки перемешать и раздать командам, из каждого блока, то есть из этого, я изыму по одной карточке. То есть что я изыму? Я изыму дату, да? Ну, например, я изыму 1 января, понедельник. Понятно, да? Первое из одного блока, января из второго, и понедельник из третьего. Понятно? И уберу все в карман. Вот. Ваша задача, исходя из того, что вы получите свои карточки, то есть если то, что вы получите, сразу вычеркните свои вот эти списочки, да, все, что вы готовили. Потому что этого явно у меня уже нет, раз это у вас есть, да? А вам надо найти то, что у меня. То есть игра называется поиск. Конечно, вам нужно будет в команде четко определиться, кто чем будет заниматься. Потому что один из вас будет бегающий член, да, который будет бегающий член команды. То есть вы сразу определитесь. Но это желательно тот, кто сидит с краю, почему я сказал, что надо будет убегать, да? То есть, зачем вот я сейчас объясню. Кто-то будет мозговой центр, да? Кто-то будет формулировать гипотезу. Кто-то будет отслеживать быстрость, меняющую информацию. Кто-то будет, скажем так, следить за гипотезами, выдвигаемыми остальными командами и вырабатывать алгоритм. Потому что если искать методом тыка, просто так называть, да, даты, то это может продлиться до вечера. А если работать хорошо и организованно, то эта игра займет буквально там, 20-30 минут. Да? Мы с вами быстро сыграем. Итак, значит, как будет проходить игра? Когда вы получили свои карточки, команды, да? И вычеркнули эти карточки из своих списков, которые сейчас подготовили. После этого первая команда, а первая команда давайте будем, ну, давайте вот как мы посадили вас, да, выберем первую, да? Это так вот, так, значит, первая команда, вторая команда, замечательно, значит, первая команда, вторая, все сделать, да, пойдем, третья, четвертая, пятая, шестая команда, понятно, да? То есть идем по часовой стрелке. Значит, первая команда, первая выдвигает гипотезу свою. Что значит гипотеза? То есть они предполагают, гипотеза — это предположение, да? Что же у меня здесь спрятано? Например, они говорят, 1 января понедельник, например, да? Потому что у них нет ни 1-го, ни января понедельника, ни карточки, понимаете, знаешь? Если у них это есть, то, конечно, они должны называть не будут. Они выдвинули гипотезу, да? Дальше идет слово второй команды, так что идет по кругу, да? Вторая команда смотрит свои карточки. Если у них нет таких карточек ни 1-го, ни января, ни понедельника, то есть они не могут сказать, да? Они говорят, пропускают вход, да? Если у них есть что-нибудь хотя бы из этого, то есть либо 1-го, либо января, либо понедельник, они говорят, опровергаем. То есть они опровергают гипотезу первой команды, да? Вскакиваем первый член с этой карточкой, подбегаем к ним, но имейте в виду, показывает только той команде, которую опровергают. Всем остальным показывать не надо. По кругу двигаться не идут, да? Более того, надо так с ней идти, чтобы соседи тоже не увидели. Так подойти аккуратненько, показать, да? Чтобы только они увидели, и все. Вы же вслух не переговариваете, потому что вы сидите очень близко, и в любой ваш разговор будет слышать соседи. Там соседи, понятно, да, тоже быстренько зарегистрируются. Поэтому очень все тихо, да, все очень коротко, аккуратно. Ну, видите, у нас условия, когда больше площадки, мы больше подальше посадили, но... Смотри, значит, итак, они опровергли. Если они опровергли, значит, ход переходит к ним. Теперь они выдвигают гипотезу. Теперь они свою гипотезу говорят, и дальше при ваше слово, да? Или вы опровергаете, также опровергаете, либо вы их пропускаете. Когда вы показываете карточку, вы ее не оставляете. Вы показали и ушли с ней обратно к себе же, да? То есть ваша карточка все-таки остается. Если у вас есть несколько карточек, которые вы можете проверить, да, то есть они назвали 1 января понедельник, у вас все это есть, да, их там две из них есть, показывайте все равно только одну. Уже это вполне достаточно его проверить, но не нужно лишнюю информацию показывать, да, чтобы они дольше решили. Понятно, да? Да. Ясно? Гипотезу нужно называть громко, четко, один раз. Но так, чтобы она четко звучала, чтобы потом не переспрашивали, да, глухие. Поэтому определите, что у вас там четко будет отслеживать гипотезу в команде. Значит, ход идет по кругу, да? То есть вот они назвали их слово, да? Если они не проверили, значит их слово, и так дальше, дальше, дальше. Если все пропустили, дальше вы проверяете. Если все команды пропустили, никто не проверил, значит они назвали правильную гипотезу, так как они что не проверили. А если они назвали свои карточки, значит никто не проверил, они вот, значит, они сразу запалятся свои карточки. Потому что им надо дать шуме, они тоже у них дальше. Свои карточки называть нельзя в гипотезе. Понятно, да? Итак, свои карточки, которые у вас в гипотезе, использовать нельзя, понятно? Называть. Ясно все, да? Я думаю, что в игре сейчас все поймете. Итак, теперь мы определимся с вами самым главным.
Если в каждой команде, будет по 5 карточек, то внимание, вопрос ко всем. Сейчас проверим, какие у математики. Задача для первого класса. Мы сейчас с вами вычисляем x. x. Да? Если у каждой команды будет по 5 карточек, то внимание, вопрос. Сколько чисел будет в игре? Чисел. Вы слышите вопрос? Чисел. У нас в игре и недели, и месяцы, а я спрашиваю, сколько чисел будет в игре? Нет, там четкий число будет. Четкий, мне нужен четкий ответ. Что три? Две. Ну как 31 число может быть, если у нас еще 12 месяцев, 7 дней недели, а все будет старше в игре? Сколько? 18. Так, еще раз задаю вопрос. Слушайте внимательно. Если каждая команда получит 5 карточек, то сколько чисел, будет в игре? То есть чему равно число x? Сколько? Всего 6. 6. У нас есть 12 карточек. Плюс 7 карточек с дня в неделе, и у нас остается, если у нас 6, тогда у нас получается 3, 6, а 11 карточек. Это неправильно. 14. Почему 14, Владимир, объясни. Если 33 карточки... Слушайте внимательно. Ну, если 33 карточки всего... Я сбегаю вперед, ответ правильный. С них надо просто вычесть 12 карточек вместе с месяцами, да, и 7 карточек с... Ты объясни, почему 33 карточек всего? 6 на 5, это 30, плюс 3, вот. Да, и плюс 3 карточки я еще заранее отложил, вы про них забыли, наверное, да? Итак, 3 карточки я отложил, искать до блока, и 3, что у вас осталось. Значит, всего 33 карточки. Если мы из них вычтем 12 месяцев, 7 дней, сколько дней остается чисел? 14, конечно. Вот и все. Х равно 14, это элементарный ответ. Я говорю, задача для первого класса, да? Итак, у нас x равно 14, поэтому последнее число, которое сейчас в игре участвует, это 14. А это значит, что гипотезу с 15 числом называть уже не нужно, его просто нет в игре, понятно, да? То есть любое 14 число в игре. Это ясно? Все, сейчас я готовлю карточки. Итак, 3 карточки я в карман свой убрал. Остальные 30 карточек сейчас лежат на столах, перемешанные. Значит, я еще не сказал о том, что почему бегающий считает должен быстро бегать, потому что на выработку гипотезы всего 5 секунд. То есть как только побежал опровергать, у команды сразу нужен выход. 5 секунд, и гипотеза должна быть высказана. Если гипотеза не высказана, значит, легко сложно другой бумажки. Поэтому старайтесь быть динамичным. Что? Я объясняю, он добежал до команды, показал карточку, после этого пошло 5 секунд. После этого. А ему не надо, он бегающий считает, как выражают какие-то другие. Я же поэтому сказал, в команде претензии, кто будет гипотезу, кто там отслеживает, кто бегает, кто учет, и вы в команде, да? Умеете работать в команде. Итак, капитана команды могут подойти к столу и взять по 5 карточек. Ну, 5, вот 4. Ну, 5, да, вот 5. Тихо, ты больше не дал. Значит, карточки таким образом распределите на столе, чтобы чужие команды их не видели, а свои знали, да? Значит, когда к вам будет подходить к вашему столу бегающий член той или иной команды, пожалуйста, свои карточки закрывайте, чтобы он вам потом покажется, там если увидит, да? И свои записи тоже прикрывайте, потому что он может увидеть просто то, что вы вычеркиваете, и как бы мог сориентироваться, что у вас есть, да? Карточки должны лежать на столе, прикрытые, вы можете свои блокноты прикрыть, потому что иначе вам будет трудно работать. Если вы куда-то спрячете посол и не привернете, то работать будет неудобно. Значит, сейчас нужно вычеркнуть то, что у вас есть, да, из своих каких-то отличий. Все тоже будут участвовать. Приготовиться к игре, карточки разложить. И как только вы будете готовы, да, вы будете бежать к той команде, которую вы привлекаете. То есть это может быть эта команда, эта точка, когда вы будете прыгать, вы бежите. Той, которую опровергаете, понятно? Нет, не любую. Нет, не которую вы бежите. Я же объясняю, когда тут вам будет опровергать, то есть именно то, чем вы опровергаете, то дальше будет жить потом. Тогда обратно. Желательно спиной не сидеть, потому что вам будет подходить в этот карточку, вы так посмотрите.
вам будут выходить, да? После этого будет. Итак, приготовились, да? Значит, я спрашиваю все команды по кругу. Первая команда готова? Значит, лучше, чтобы карточки лежали, может быть, на видео, но лучше, чтобы карточки лежали. Мы будем дальше, решение данной задачи имеется. Сколько это будет? Но я могу сказать так же, если кто-то еще калькулятор включил. Вот при 14 числах в игре вариант решения задачи примерно 1200. 1200 вариант решения задачи. Да, поэтому если еще вы будете методом тыка, так это, да? Вы это можете доверить. Поэтому вы должны четко продумать алгоритм, так как вы будете решать задачу. Чтобы это было. Итак, первая команда готова? Готова. Вторая команда готова? Третья команда, тут полно жду, как пригласили, полно сидите, конечно, не сидите, здорово, так, вы уже чуть не в команде, вот сидите, да. Так, третья команда готова? Готова, да? Четвертая команда готова? Пятая команда готова? Да. Шестая команда готова? Хорошо. Итак, внимание. Да, с бегущим членом определились. Первая команда, кто будет бегущим? Вторая команда, кто бегущий? Да. Третья команда, кто бегущий? Ваня, да? Четвертая команда, кто бегущий? Пятая команда, кто бегущий? Кто бегущий? Руслан, да? Пятая команда бегущий, да? Так, шестой команда, кто бегущий? Валерий, да? А вторая, я уже вторая. Итак, все понятно. Итак, что ты знаешь? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Итак, первая команда, все, внимание, тишина. Тишина. Значит, да, еще такие вот, какие бывают ошибки часто, чтобы сразу вас уберечь немножко как-нибудь, да? Иногда бывает так, ведь спрашивают, ну не бойтесь, меня слышали, говорят, а что там сказали, июня или июля? Потому что надо так называть. Надо четко группу, да? 1 января, понедельник, да? Итак, и 14 понедельник января. Собрать, что назвал, да? Да, 14 понедельник, такой не бывает, да? Поэтому надо четко называть дату, да? Как мы привыкли слышать. И вот название четко, громко, они так, что не расслышатся, говорят, а что вы назвали, июня или июля? И он говорит, июня, а, ну неси, покажи. Можно уже неси, не показывать, понимаете, да? В этом случае уже все 6 команд знают, чего вы собираетесь неси, показать. Поэтому не надо называть, чего вы хотите. Или там, какое число, подскажите, сейчас принесем, да? То есть сами себя, как бы, того и носите эту карточку, показывать, что остальные команды не знают, что вы принесли. Они могут только догадаться, что вы принесли либо это, либо это, либо это, потому что они не знают, да? Что с чем вы проверили, знает только та команда, которую вы проверяете, понимаете, да? Остальные команды могут только догадываться, что что-то из этого, а что непонятно. Понятно? Поэтому приносите показать аккуратно, чтобы остальные не видели, как же вы окружно носите. А вы слух, когда принесли, вам показывали, вот так вот показали, да? А у меня на слух там, что он показал, да, да, что он показал? Ну, если я там сейчас быстренько запишу, да? Итак, первая команда, ваша гипотеза 5 секунд. Мы решили, что 1 февраля, пятница. Вторая команда, ваше слово. Слово повторяю еще раз, может быть, либо пропускаем, если нечего проверить, либо проверяем, если есть чем, да? Пропускаем. Ну, имейте в виду, если есть чем проверить, то проверить нужно обязательно, да? То есть, если не надо,
Так, ваше слово, вы говорите. Пропускаем. Опровергаем. Опровергайте. Мне еще надо побежать прыгать. Беги быстрее. Кому бежать? Спасибо, все. Гипотеза вашей команды, пожалуйста. 5 секунд у вас пошло. Гипотеза вашей команды. 5 секунд. Второе марта, вторник. 2 марта, вторник. Пожалуйста, слово ваше. Вы попутали первый сейчас? Пропускаете? Пропускаете? Опровергайте. Пожалуйста, гипотеза второй команды. 7 марта, суббота. 3 команда, ваше слово. Опровергайте. С одной листовой осталось? Одной, конечно. С 10 можно. С 10 можно. Сразу с 10. Я не вижу. Так, 5 секунд, гипотеза 3 команды, пожалуйста. Третья, апреля, среда. 3 апреля, среда. Ваше слово. Пропускаем. Ваше слово. Вот это не надо даже. Вот это не надо. Я опровергаю. Гипотеза 5 команды, пожалуйста. Быстрее говори. Будет 5 команды, 5 секунд, пожалуйста. 5 октября. Четверг. 5 октября, четверг. 5 октября, четверг. Ваше слово. Прыгайте. Прыгайте. Гипотеза 6 команды, пожалуйста. Кто гипотеза будет? 5 секунд. Капитан, пожалуйста. Среда. 14 ноября, среда. Первая команда. Ваше слово. Прыгайте. Надо еще быть внимательным, внимательно надо быть. Внимательно надо быть еще, не просто бегать хорошо. Итак, пожалуйста, гипотеза первой команды. Пятое марта, четверг. Пятое марта, четверг. Ваше слово, вторая команда. Пропускает первая команда. Третья команда. Опровергайте. Гипотеза третьей команды. 6 марта, суббота. 6 марта, суббота. 4 команда, ваше слово. Опровергайте. И после четвертой команды. Пожалуйста. 7 февраля, четверг. Ваша команда что скажет? Пропускает команда. Так, шестая команда что скажет? Какая дата? Какая дата? 7 февраля, четверг. Так, первая команда что скажет? А? Не слышал ничего. 7 февраля. Четыре! Пускай! 4, 3, 2. Гипотеза третьей команды, пожалуйста. 9 ноября, воскресенье. 9 ноября, воскресенье. 4 команда, ваше слово. Опровергайте. Гипотеза 4 команды, пожалуйста. 16 марта. 16 ноября нет. 12 апреля. 12 апреля, понедельник. Ну да.
Опровергайте. Гипотеза пятой команды. Роста. 13 сентября, суббота. Шестая команда, ваше слово. Гипотеза шестой команды, пожалуйста. Июня, воскресенье. Первая команда, ваше слово. 9 июня, воскресенье. Ваше слово. Опровергайте. Так, гипотеза второй команды, пожалуйста. Кто будет называть? 2 июля. Ваше слово. Пропускаете команда. Ваше слово. Пропускаете. Ваше. Пропускаете. Ну, я думаю, что вы это опровергаете. Нет, пропускаете. Тогда вы опровергаете, да? Такого не может быть. Дата неправильная. Если они избавились своей даты назвали, то это тоже сейчас и очень просто. Да, значит, кто-то должен проверить. А что? Они теряют ход, значит, ход в вашей команде, пожалуйста. 9 сентября, воскресенье. Ваше слово? Ваше слово? Итак, пожалуйста, гипотеза пятой команды. Пятая команда, ваша гипотеза, пожалуйста. 10 августа. 10 августа, пятница. Слово, что команда проиграет. Гипотеза шестой команды. 3 мая, вторник. 3 мая, вторник. Опровергайте, пожалуйста. Гипотеза первой команды. Февраль, пятница. Нормально называйте. 6 февраля, пятница. 6 февраля, пятница. Пожалуйста, ваше слово. Пропускайте. Ваше слово. Пропускайте. Ваше слово. Опровергайте, пожалуйста. Гипотеза четвертой команды. 3 августа, четверг. Ваше слово. Пропускаете. Ваше слово. Пропускаете. Ваше слово. Опровергайте. Опровергайте. Можешь всем показать? 4, 5. Поприлично, можешь подойти? Или еще подальше, к центру поля. Гипотеза первой команды. 8 февраля, пятница. Ваше слово. Пропускаете. Вторая команда, третья команда. Ваше слово. Опровергайте. Гип...
гипотеза третьей команды. Что говорит? Одиннадцатое июля, суббота. Пожалуйста, ваше слово. Пропускаете ваше слово? Пропускаете ваше слово? Пропускаете. Гипотеза шестой команды. Понедельник. 9 июня, понедельник. 9 июня, понедельник. Слово первой команде. Пускает вторая команда. Пускает третья команда. Пускает четвертая команда. Пускает. Пятая команда. Прыжок. Гипотеза пятой команды. Седьмое августа, четверг. Седьмое августа, четверг. Шестая команда, ваше слово. Пускаем первую команду. Вторая команда. Третья команда. Прыгайте. Куда? 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 Гипотеза третьей команды, пожалуйста. 1 февраля, понедельник. Слово четвертой команде. Пропускаю. Пятая команда. Проверяйте. Гипотеза пятой команды. Седьмое марта, пятница. Слово четвертой команде. Проверяйте. Гипотеза шестой команды. 4 июня, понедельник. Ваше слово? Пропускаете. Ваше слово? Пропускаете. Ваше слово? Пропускаете. Ваше слово? Опровергаете. Соседи. Соседи. Что сказал? Так, гипотеза пятой команды, пожалуйста. 3 января, вторник. Шестая команда, ваше слово. Пропускает. Первая команда, прыгайте. Команда, прыгайте. Нет. Гипотеза первой команды, пожалуйста. 13 февраля, пятница. Пропускаете? Третья команда. Четвертая команда. Опровергаем. Гипотеза четвертой команды. Кто говорит? Так, 5 секунд прошло. 6 декабря. 6 декабря, вторник. Ваше слово? Декабря. 6 сентября, вторник. Ваше слово? Пускаете? Ваше слово? Пускаете? Ваше слово? Ваше слово? 6 сентября. А что же? 6 сентября. 6 сентября. Гипотеза первой команды. 4 февраля, пятница. Ваше слово? Пускаете? Ваше слово? Ваше слово? Пускаете? Ваше слово? Пропускаем. Ваше слово? Ваше слово? Пропускаем. Ваше слово? Проверяйте. Гипотеза шестой команды, пожалуйста. 7 июня, вторник. Слово первой команде. 7 июня, вторник. Пускайте, да? Ваше слово? Пускайте. Ваше слово? Проверяйте. Больше.
Так, ты слушай его, говори. Сегодня за третьей команды. 2 февраля, пятница. Ваше слово? Пускаем. Ваше слово? Пускаем. Ваше слово? Опровергайте. Спасибо. Так, ты все вообще показал, что все выйдет. Хорошо. Те команды тоже сказали. Итак, гипотеза 6 команды. 8 июня, вторник. 8 июня, вторник. Слово первой команде? Пропускаем. Слово второй команде? Слово третьей команде? Прыгайте. Гипотеза за третьей команды. 1 февраля, вторник. Слово четвертое. Пропускаете. Опровергайте. Гипотеза пятой команды. 11 ноября, четверг. 11 ноября, четверг. Шестая команда. Ваше слово, первая команда. Первая команда, ваше слово. Не будьте за второй команды, кто говорит? 9 апреля, вторник. Что скажет нам третья команда? Четвертая команда? Пятая команда? Опровергайте. Гипотеза пятой команды. Пожалуйста. 5 ноября, четверг. 5 ноября, четверг. Шестая команда, ваше слово. Первая команда. Гипотеза третьей команды. 5 февраля, вторник. Ваше слово еще раз. Проверяйте. Гипотеза четвертой команды. 1 января, понедельник. 1 января, понедельник. Опровергайте. Гипотеза пятой команды. 7 декабря, вторник. 7 декабря, вторник. Опровергайте. Гипотеза шестой команды. 12 июня, вторник. Первый команд, что скажет? Гипотеза первой команды, пожалуйста. 4 февраля, вторник. Слово второй команде. Третья команда. Четвертая команда. Четвертая команда, ваше слово. Пятая команда. Шестая команда, ваше слово. Шестая команда. Шестая команда. Ваше слово. Аплодисменты победителя. Никто не хлопает, да. Все хотели победить. Чтобы не было сомнений, я сейчас покажу дату, которая у меня была в кармане. Мы даже вам чуть-чуть помогали здесь.
Закатились, да, 4 февраля. Я так понял, что если бы кто-то случайно знал день моего рождения раньше, то еще знаешь раньше, понимаешь? Ладно, хорошо. Значит, хорошо, что никто не знал. Итак, я благодарю всех вас за игру. Время наше подошло к концу с вами. Поэтому просьба к вам, карточки, комитет команды, просто соберите, сдайте мне. Столы, ребята, столы и стулья, расставьте просто так, как они будут. Спасибо.